Рыжий конь войны вновь скачет по Европе. Пламя новой войны разгорается в Германии 1989 года. Тысячи квадратных миль пастрального пейзажа станут ареной стремительных боев между лучшими силами НАТО и Варшавского договора. Основные особенности. Отточенные инструменты управления позволяют командовать сотнями бойцов с беспрецедентной легкостью. Гибкая система формирования армии, вознаграждающая адаптивность и креативность. Глубокая игровая механика, симулятор, механизированное сражение эпохи холодной войны с высокой точностью. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы сегодня поиграем в Regiments, симулятор холодной войны прошлого века. То есть мы пройдем небольшое обучение. New objective received. Добро пожаловать в базовый курс обучения. Здесь вы научитесь основным приемам управления камерой и юнитами. Чтобы перемещаться по карте, используйте клавиши WSID. Чтобы изменить угол камеры, зажмите кроль мыши или Ctrl и передвиньте мышь. Изменить удаление камеры можно с помощью колесика мыши или плюс или минус. Нажмите на иконку взвода с помощью левой кнопки мышки. Также обратите внимание на центральную панель, когда выбран только один взвод. Она показывает детальную информацию о его состоянии. Вы можете отдать приказ на движение, нажав правой кнопкой мыши на желаемой позиции. Можно отдавать приказы при помощи командной панели, которая сейчас подсвечена, или горячими клавишами. Воспользуйтесь быстрым движением, нажав клавишу F. Используйте команду «Поворот» клавишей V. Ваши юниты автоматически будут стараться повернуться к самой опасной цели. Используйте команду «Задний ход» клавишей R, чтобы приказать юнитам двигаться задним ходом. Чтобы выбрать несколько взводов, зажмите левую кнопку мышки или Shift. Вы можете нажать, удерживать правую кнопку мышки и перемещать, чтобы задать направление. Ваша команда легко бронирована. Нажмите дважды Q, чтобы приказать команде отступить. Юниты поставят дымовую завесу, если могут, и начнут отступление. Прибыло подкрепление. Первый тип бронетанковый, ОБТ. Они являются одним из самых смертельных машин на поле боя образца 89 года. Основной отличительной особенностью ОБТ является крепкая лобовая броня. Единственный тип юнитов, способный выдержать попадание из тяжелого орудия. Вы двигаетесь в указанную точку, там вы встретитесь с устаревшими Т-55 и сравнительно современными Т-72М. Contact, front.
Механизированные взводы составляют вторую половину ядра ваших сил. Это бронетранспортеры, несущие в бой пехотные подразделения. Их главная сила в гибкости, ценной эффективности и преданной пехоте. С другой стороны, они легко бронированы, крайне уязвимы за пределами укрытий. Используйте команду изменения режима X, чтобы спешить или погрузиться. Когда пехота погружена, взвод не может применять свое оружие. Или наоборот. Теперь найдите и уничтожьте вражеский бронетанковый взвод. Разведывательный взвод лучше всего подходит для выявления позиций противника. Взводу можно приказать вести только ответный огонь при помощи команды изменения режима огня. Артиллерия обеспечивает дальнобойную огневую поддержку. Из-за низкой точности стрельбы и отсутствия выраженных бронебойных свойств, артиллерия лучше всего подходит для подавления целей, нежели их уничтожения. Артиллерия не обстреливает цели автоматически и требуется вручную отдавать команды клавишей Т. Теперь рассмотрим технику и сымитируем боевую ситуацию. Это что такое, танк? Учебная бригада, машина, урон. Ой-ой-ой-ой. Что это за монстры такие? Леопард? Это леопард 2А4? Это... луч А1. Разведка. Основные боевые танки. Это тоже леопарды. Это командные машинки. Прикольно. Они бронированные должны быть. А это... ага. А вот это у нас боевые машины пехоты, окопавшиеся. Ёбаный стыд, прикольно. А это у нас артиллерия, да? Артиллерию мы назначаем Ctrl-4. Машинки у нас будут Ctrl-3. Ага. По Ctrl-2. И разведка Ctrl-1. Понимаешь. А вы будете Ctrl-5. Ага. Нихуя, Ctrl-5 они не будут. Ctrl-5, они тупо сбили все. Артиллерия у нас будет Ctrl-4. Ctrl-3. Ctrl-2. Подожди. Разведка Ctrl-1. Все круто.
Так, ну почти все туда едем. Надо было по-хорошему разведку только отправить. Да, прикольная игрушка, прикольная. Что это за? Это боеприпасы мы тут это. Так, Ctrl 3. Переключаем. Подожди, смена режима. Чтобы они быстрее ехали. Так, это что? Не, отступление нет, атака. Задний ход, прикольно. Не, прикольно все сделано. Давай, артиллерия у нас на четверочке. Тут базироваться вот тут где-то. Вот сюда мы подведем наши. Опа, что у меня дофига там товарищей. Ага, и разведчики. Где-то получается можно. Та. Ctrl 1. Это у нас будет запас Ctrl. Ctrl 5. Запасные разведчики, если эти, не дай бог, погибнут. Разведочка поехала. Так, Ctrl 3 у нас. Что у нас получается? Ctrl 3. Это пехоты. Вот сюда подходим, подходим. Так, обнаружены танки. Танки обнаружены. Артиллерия 4. Артиллерия, огонь. Огонь, подавление врага. Уходим, уходим. Разведка, уходим. Блять, твою мать, нахуй. Ёбаный насос. Ctrl 3, Ctrl. Они едут, они только едут. Заходим с левого фланга. Так, Ctrl 5, нужна разведка. Непонятные. Вот тут непонятно, надо как-то подавить ту сторону срочно. Ctrl 5, быстрей, быстрей, нужна разведка, срочно, срочно. А что вы так медленно едете? Быстрей, быстрей, быстрей. Давай, форсаж, форсаж. Разведка пошла, разведка. Так, никого не осталось. Мне нужно разведать. Ctrl 4. Обнаружен враг. Огонь. Ебать, это весело. Артиллерия работает. Так. Поменять режим. Атаковать. Убить врага. Пару БТРов, а мы что-то умираем, я не пойму нифига. Артиллерия подавливает нормально. Ага. Так, у нас все хорошо. Так, продолжаем ход. Продолжаем атаковать. Всем силам атаковать. Артиллерия, артиллерия, четверочка. Еще им залпом, еще, чтобы они поняли, с кем они связались.
Артиллерия, отставить, отставить, отставить. Подожди. Захват точки производится. Занять позиции. Ничего, интересная игра. Интересная. Так, а как мне захватить точку? Опа, обнаружен враг. Разведка, почему не доложили? Вперед. Развернуться, развернуться лицом к врагу. А, разведка тоже отстреливается нормально. Нормально, отбили ботов. Так, отлично, ребята. Позиция зачищена. И все атаки отражены. Да, прикольная игрушка. Всем советую, играйте в Steam бесплатно. Бета-версия. Операции. А что тут оно, прочерки? Ага. Ладно, с вами был Розе. Всем до новых встреч.